Сегодня у Вовы день рождения. Мы долго думали, что ему подарить, и пришли к выводу, что 5 килограмм макарон – это лучшее решение. Он осталось не сильно любит макароны. Осталось выбрать, какие. Такие или маленькие спиральные. 5. Два спиральки возьмем. Тем более, их сложнее варить нормально. Поэтому Вова, простыл пачку. Все, пошли дальше. В общем, мы купили макароны, упаковочную бумагу, и я взял в долг красивый бантик. Сейчас идем в хату Игоря делать шикарный подарок. Макароны, скотч. Да, все купили, да? Все купили. Все купили, и я ничего не крал, честно. Все. Это был подарок. И сейчас будем крафтить макароны в бочке. Закончили подарочную коробку с бантиком, с красивой обверткой. Ждем реакции. Да. Жаль, Максим, ты не пришел. Жаль. Подарок Вове, да, Игорь? У кого день рождения? У Вовы. Кому мы несем 5 килограмм макарон? Вове. Вперед. И Игорь спрятался в кустах с макаронами. Вова выйдет из двери. И тогда будет самый гениальный пранк в мире. Two hours later. О, Вова! To you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Вова! Happy birthday to you! Это подарок. Мы с Игорем решили потратить наши деньги на что-то важное. Когда поэтому... дома распакуешь? Дома распакуем. Мы потратили все деньги в этот подарок, и мы уверены, что ты обрадуешься. Да, сейчас мы подарки дадим. Пор, закрой дверь. Смаешь? Мы выбрали украинскую оберточную бумагу. Украинского производителя. А это коробка новой почты. Поддерживаем. Тихо. Производитель. Не боли контору. Мы заказали язву. Сибирскую. О, коробка, не коробка. Еще больше бумаги. Открывай дальше. Вау! Ребята, доставай! Доставай! Мистер Максик! Тебе нравится? Мистер! Доставай! 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 Я уже знаю, что это. Мистер Макс! Пошли на кухню, несем. Да не выкинь, тихо! Что, это же еда. Ты что? Я сейчас поздравляю. Но это можно на месяц прожить, Вова. Я подсниму. Убери подушки, ложись на макароны. Сейчас. Все нормально, Вова? Да. Дай потрогать тоже. Мацаем макароны! Все, кто не помацал? Я выгоню. Тихо, все, уградим. Помацали макароны, все, Вова.